Cotillon. Всеми любим в последнее время вальсовый Cotillon. Поэтому я с разрешения Его Императорского Величества сегодня проведу этот танец. В нем будет несколько фигур, я их буду объявлять, чтобы вы слышали меня. Для первой фигуры мне для начала нужно 10 дам. Я прошу подойти сюда тех, кто готов начать. О, это очень много, это 120 человек. Очень много. Прошу прощения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Excusez-moi, вы будете в следующий раз. Я прошу вас найти себе по кавалеру. Произвольному, пригласите себе, пожалуйста, кавалера. Я не могу тут сказать. Я веду это безумно. Катильон. Я прошу всех выстроиться следующим образом. Вот здесь встанет первая пара. Вот так. Нет. Вот так. Здесь следующая пара. Кавалер, спинок, deux adons, Maori. Кавалер, дама, кавалер, дама, deux adons. La musique, s'il vous plaît. С этим человеком вы танцуете вальс. Первый и последний танцуют друг с другом. Вальс. И еще 10 дам, пожалуйста, ко мне подойдите. Не так быстро. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще одна дама, пожалуйста. Одна дама, спасибо. Найдите, пожалуйста, себе кавалеров. Еще 10 дам вот сюда ко мне. Я прошу не занимать центр. Дамы, нашедшие кавалеров, выстраивайтесь, пожалуйста, здесь в линию. Я прошу, вот первая пара, следующий. Дамы, сейчас я поверю вам. Нет, кавалер, дамы. Так, 10 дам, которые я обещал. Линия. Кавалер, дама, прошу прощения. Кавалер, дама, кавалер, дама. Кавалер. Оберегайтесь. Первый танцует с последним. Спасибо. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Merci. Merci, dix. Cherchez vos cavaliers. Кавалер, пожалуйста. Месье, вы êtes le premier. Merci, merci. Troisième, quatrième. Le prochain. Да, прошу тех, кто еще не танцевал этот Cotillon. Ого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 1. Une demoiselle. 10, merci. Cherchez vos cavaliers, s'il vous plaît. Thank you.
этот котион. Très bien. Эти пары заканчивают тур, мы переходим в следующий турнир. Thank you.
для этой третьей фигуры я попрошу всех встать чуть более равномерно по кругу, всех по кругу равномерно. Это будет очень полезно. Просто чтобы... Можно что-то близко к колонне, не подходите внутрь, пожалуйста, остальные умрут. Мне нужно для этой фигуры два дамье, и две дамы. Две дамы, прекрасно, обе. Встаньте, пожалуйста, в мулине, правой рукой, кавалеры с кавалера, дамы с дамой. Нет, извините, прошу прощения. Merci. Это мулине вращается. Внимательно смотрите на них. Они будут вам давать знаки. Вы ищете в толпе человека, дамы ищут дам, и кавалеры ищут кавалеров. Вы подзываете их, и они к вам присоединяются по моему знаку. Я буду говорить, позовите, вы зовете кого-то. Постарайтесь на него внимательно смотреть, чтобы не ошибиться. Главное, чтобы у нас было очень большое мулине. Много кавалеров и много дам. Продолжайте, начинайте вращаться. Позовите кого-нибудь. Еще один кавалер, позовите же, не стесняйтесь. Теперь еще одного человека. Там, где три дамы, пока не надо, еще одну даму. Зовите же, зовите. Прекрасно. Позовите еще кого-нибудь. Не надо так сильно растягиваться. Крайние люди зовут еще кого-нибудь себе. Зовите, пожалуйста, кого-нибудь.
Дамы, которые танцуют вальс, пожалуйста, по большому кругу не мешайте вращаться в линии. Позовите, пожалуйста, еще кого-нибудь. Danser.